Всем хай, народ, с вами Серега Ченел. И сегодня я хочу вам показать новую версию, обзор на версию 1.2.9. Это новая версия Майнкрафта, который, ну, вы знаете, то, что Майнкрафт и версии сильно не отличаются. Итак, в этой версии новая. Это изменился алмазный блок. Ну, вот видите, какой он стал более такой... Я бы сказал, светлый. Такой с стороны темный. И добавили белое стекло. Ну, я, конечно, не помню, вроде бы его не было. Да. И это пузырек опыта. Да, это серьезно, пузырек опыта. Если им сразу говорить, что это такое. Ну, что это такое, в смысле? То вы молодцы! Ну, я, конечно, не знаю точно, либо это у меня такие текстуры, либо это. Пузырек опыта. Хотя, стоп, давайте посмотрим, как он перелетает со стороны. Я когда вот смотрел, как он, ну, как бы, ну, падает, у меня было такое чувство, что там реально видно крышку от бутылки. Вот, видите? Вот, видно было, вот, видно вот это стекло. Значит, это все-таки у меня текстура. Вот так вот я и проверил. Ну, и второе, что было. Это... Скажу, ну да. Хотя, знаете, давайте я и вам, в принципе, сейчас могу. Я, конечно, как у других, но у меня и у многих моих друзей в старых версиях Minecraft 1.2.8 и меньше нельзя было войти в Xbox Live. Если кто не знает, это для того, чтобы играть на разных серверах, там и всякое такое. Так вот. В этой версии это можно. Как вы видите, я уже успел, ну, сервера. Я уже успел поиграть и на SkyWars, и на BedWars, и на Битве строителей. Это очень круто! Офигенно! Это... Вы сможете играть и на серверах. И играть в Bedwars, и вообще в все угодно. Здесь такая будет кнопочка войти, вот здесь вот. Нажимайте ее, входите, если у вас нет аккаунта, то все плохо, вы не сможете. Ладно, я пошутил. Будет такая кнопочка зарегистрироваться, вы зарегистрируетесь, и все. На этом все. Да. И вы сможете играть, и спросите, почему у тебя такой странный ник? Я сам, если честно, не знаю, ладно, знаю. Это все потому, что я когда зарегистрируюсь, я вроде бы ник себе оставил другой, Серега Ченел. Но он у меня, видно, поменялся. Ну, был такой, как придумали его. Ну, а на этом все. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился. И писать топовые комменты. Всем удачи, всем пока.